потрясающее постельное белье, но оно секретом. Вам надоело гладить постельное белье? Вы устали от этой изнурительной процедуры? Теперь вам больше не придется этого делать. Перед вами постельное белье «Белый октябрь», которое абсолютно не мнется. Вот сколько, Оля, ты времени тратишь на глажку дома? Слушай, ты знаешь, скажи мне. Я вспоминаю историю. В детстве мне казалось, что я прекрасно глажу белье. Точнее, моя мама пошла на хитрость. Она мне говорила: Оля, у тебя прекрасно получается, лучше, чем у всех. И я, конечно же, гладила белье. Но сейчас ни у кого времени нет на глажку. Мне кажется, вообще бестолковая трата времени. Ты посмотри, оно абсолютно не дает заломов. Материал потрясающий, новый сатин, который после стирки не требует глажки. Экономьте свое время и силы с постельным бельем «Белый октябрь». Слушай, а новый сатин, ну это что вообще такое? Я впервые, честно говоря, слышу. Вот прикоснись. Давайте вместе это сделаем. Вы не можете пока прикоснуться. Вы прикоснетесь, когда «Белый октябрь» приедет к вам. Давайте я буду вашими руками. Прикоснемся к этой нежности. Обожаю новый сатин и, как эксперт, советую его за мягкость. Слушай, бархатистая поверхность похожа на лепесток цветка. Да, очень приятная на ощупь. Здесь я не буду действительно ничего говорить, потому что это абсолютная правда. Но, Юль, если оно такое мягкое и тонкое, то я так подозреваю, ну, может вообще без шва даже разойтись при какой-нибудь стирке. То есть что, Олечка, качество проверенное годами. Наш российский поставщик, кстати, не буду голословной, чуть-чуть тишины. Вот он, звук качества. Все замерли, главное, в студии. Все замерли, давайте еще раз. Постельное белье «Белый октябрь» из новосатина, из прочного новосатина. Никогда не разойдется при стирке. Ткань достаточно плотная и хватит для того, чтобы белье прослужило после многочисленных стирок без потери качества. Слушай, то есть получается, можно не утюжить, оно еще и прочное. Меня вот это вот поражает история сейчас. Да, вы бы видели сейчас лицо Юли, да, это действительно удивляет абсолютно всех. Кстати, все богатые люди мира по чуть-чуть экономят. Присоединяйтесь, экономите деньги, но при этом не отказывайте себе в хорошем качестве. Не мнется, да еще и прочное. Качество не только в прочности и долговечности белья. В этом мы с вами убедились. Качество еще и, безусловно, в качестве краски, в качестве красителя. Если вы хотите здоровую спальню, выбирайте белье из нового сатина. Его красят краской, которая не содержит компонентов, вызывающих аллергии. Это очень важно. Кроме красоты, всегда обращаем внимание на здоровье. А сколько оно нам прослужит? И сотрется ли наш краситель? Давай мы будем выбирать вот эту розу. Она все-таки поярче. И мы будем проводить тест. Смотрите на стойкость краски. Так. Абсолютно чистая салфетка. Тебе возникает вопрос, зачем я делаю это именно да, сухой? Да, вообще ничего не понимаю, что происходит в этой студии. Смотри, я взяла сухую салфетку для того, чтобы проверить качество красителя. Активно тру нашу розу. Если бы качественный, если бы некачественный был краситель, цвет остался бы здесь на салфетке. Салфетка абсолютно чистая. Так на производстве проверяют качество красителя. Если даже на сухой салфетке не остается, это значит, краситель будет надежно держаться в белье многократно. Стирки выдержит и не полиняет. Я хочу обратиться ко всем нашим телезрителям. Дорогие, особенно телезрительницы, сейчас прильните, пожалуйста, к своим экранам. Итак, это предложение для вас. «Белый октябрь», постельное белье, номер лота 163-120. Вам тоже, как и нам, всем женщинам, надоело гладить белье. Вы помните, да, что это такое, когда оно сваливается, вы вот с этой стороны поутюжили, надо стоя утюжить. Для меня вот это лишняя заморочка. Вам надоело заниматься такими вещами? Вот оно, ваше белье, «Белый октябрь», который не мнется абсолютно. Вот она, настоящая сказка для каждой женщины. Мне кажется, для нас это подарок. Три размера на выбор. Позвоните в колл-центр и узнайте, сколько стоит именно тот размер, который приглянулся вам. Но, пожалуйста, не упустите этот шанс. Предложение действует ограниченное время. Если вы, кстати, очень бережете свои деньги, если вы бережете свой семейный бюджет, то я вам рекомендую как раз-таки приобретать именно такой комплект белья. А если... И новым телезрителям присоединяйтесь. Совершенно верно. Если вы бережете свои силы и свое время, тем более «Белый октябрь» для вас. Нежнейший новосатин, вы сами видите, абсолютно не мнется. То есть комплект постельного белья не просто мягкий и комфортный, но еще удобен в использовании. Постирали, высушили и постелили. Мягкость и нежность без заломов. Сколько ты времени тратишь на глажку? Да это ж с ума сойти, горячий утюг. Все это, конечно, не хочется. Тратьте время на себя. С постельным бельем «Белый октябрь» это возможно. Слушай, это здорово. Я-то думала, просто бюджетное белье. Оказывается, еще и с таким огромным бонусом. Итак, не утюжим белье, не стоим у гладильной доски, наслаждаемся.
А, слушай, белье на самом деле, правда, очень мягкое. Но у меня здесь вот такой, скажем так, проснулся тараканчик по этому поводу. Какой? Знаешь, очень уж оно тоненькое. Белье действительно нежное. Я бы не сказала, что оно тонкое. Я бы сказала, что оно мягкое и нежное, очень приятное. Вот я трогаю, как лепесток цветка. Действительно, новосатин. Это ткань, из которой выполнен наш комплект постельного белья «Белый октябрь». В составе имеет вискозу и хлопок, сплетенный особым образом, что дает белью нежность, а вам приятные тактильные ощущения. Но, к твоему каверзному вопросу перехожу. При этом белье обладает достаточным звуком качества. Вот так звучит качество на телеканале Shop & Show. Постельное белье «Белый октябрь» из новосатина служит долго. Долговечное, износостойкое белье. А я ценю в нем еще один момент, Олечка. Так. О нем ты не знаешь, оно не накатывается. Ой. То есть вы испытываете полный комфорт во время сна. К слову про комфорт, я уже не сдержалась, вы, конечно, в кадре этого не видите, но я уже залегла в эту мягчайшую постель. Просто, ну, у меня не хватило сил, чтобы сдержаться. Больно уж мягенько. Знаете, вот, ну, жалко вам, у вас нет возможности прикоснуться к этому белью, поэтому мне очень хочется передать вам это ощущение. Вот, Юль, может быть, у тебя тоже будет такая ассоциация. Помните розы такие пышные, голландские, большие? Вот у них, если лепесточек один взять, на внутренней части будет такая бархатистая структура. Вот то же самое. Прям невероятно мягко. Если вы натура утонченная, если вы любите к себе нежное прикосновение, бережное отношение, это выбор для вас. В колл-центре назовите, пожалуйста, либо номер лота наверху у вас указан, в левом верхнем углу вашего экрана, либо наименование «Белый октябрь». Это белье для вас. Белье с сертификатом качества. Ткань прошла сертификацию на безопасность. Значит, мы точно уверены за свое здоровье с постельным бельем «Белый октябрь». Ну что ж, еще один момент. Светленькая тряпочка. Специально взяла сухую белую тряпку. Так тестирует качество красителя. Выбрали нашу терракотовую приятную пастельную розу и смотрим. Не остается красителя. Вот так проверяют именно сухой. Производитель считает, что если на сухой тряпке даже не остается, значит, на теле не остается точно красителя. Качественный краситель – это сохранность яркости белья надолго. Если вы хотите, чтобы ваше любимое постельное белье «Белый октябрь» прослужило вам долго, выбирайте вещи из новосатина, они надежно прокрашены. И здорово то, что ни границы не теряет рисунок, а ни яркость своих красок после многократных стирок. Итак, друзья, готовимся к Новому году, готовимся с удовольствием, а удовольствие лежать в этой кровати просто невероятно. Я думаю, по моему лицу это заметно всем. Итак, наслаждайтесь. Кстати, если вы искали себе довольно-таки бюджетные подарки на Новый год, ну, как часто, да, Юля, вот бывает, мы хотим действительно очень бюджетные подарки подарить, вот он, этот вариант. Смотрите, есть бюджетные подарки, когда, ну, мы просто вот в чем-то себя ограничиваем. Здесь вы получаете и качественное белье, и мягчайшее, и его не нужно утюжить, гладить его не нужно совсем. Еще раз напоминаю про эту приятную новость. Так что успейте сделать заказ. Скидка действует только до конца сегодняшнего дня.